Что-то мне подсказывает, друзья, что на ужин у нас будет пицца. Нет, это вообще-то торт. Это торт. Это пицца. А, и вот еще вот такие. Представляешь, что тебе такое подсказывает, что это пицца? Даже не знаю. Странные глупые мысли. Даже не знаю. Какой-то дежавю. Интересно вообще. Извините за подробности. Короче, когда я заходил в туалет, у меня телефон был в этом кармане. Камера вот эта, которую я снимаю, была в этом кармане. Мы собираемся идти гулять. Я выхожу из туалета, и у меня наоборот. Камера в этом кармане, телефон здесь. Я не помню, как было на самом деле. Что? Просто глюк произошел. Ну, это реально. Я с телефоном посидел, поменял местами. Нет, так я ничего не трогал. Я не трогал. Ну, я забежал просто быстренько, потому что мы уже уходим. И я вот выхожу и понимаю, что реально было по-другому. Ты что, дежавю? Ну, не дежавю, ну, короче, сбой в матрице. Глюк. Глюк. Это называется глюк. Настя, обувайся. И так удивительно, и я точно помню, что я всегда камеру в этот карман кладу, телефон, ну, в этот, а тут. И я помню, как он был вот так. А выхожу по-другому. Такие вот интересности. Оля тут что-то делает, баррикады. Будет убирать Жора. Очередной раз приехали сюда, чтобы ключик подправить. Надеюсь, все получится. Он забрал ключ и просто сделал нам новый. Посмотрим, будет ли он работать. Смотри, Настя, чайка. Ай, улетела. Как-то мне Оля записывала голосовое сообщение, что прохожу в центре, вижу длиннющую очередь. В каком-то заведении открыла, типа, не открылось заведение, не знаю, Manolo Bakers какой-то. Это не Starbucks, он, то есть здесь тоже кисточки, кофе, выпечка, типа, и большая очередь. Может, это вкусно там. Не знаю, на самом деле можно как-нибудь зайти проверить. Сегодня пятница, на улицах очень людно. Снова в центре, возле Аютамьента устроили там батуты, возле мэрии. Устроили для детей разные веселости. Бесплатный батут. Сцена стоит, какой-то концерт, музыка играет. На зеленый, ну, молодцы, конечно, что он едет на зеленый, но как-то не алло. А здесь, вон, Звездные войны вовсю. И здесь вот целая улица, она пешеходная, даже перекрыли. Я не знаю, почему проезд автобусов. Неужели из-за вот этого действия гуляний массовых? Но здесь для детей тоже какие-то игры устраивают, интересные активности. Насте должно понравиться. Какие-то пирамидки собирают. Здорово, судоку. Аля будоку. Интерактив полный. Класс такое. Такое она любит. Вот, это площадь, и там стоят снова такие батуты, которые Настя просто обожает. Музыка играет. И длинные очереди на батуты, потому что они абсолютно бесплатные для детей. У кого быстрее проедет? О, мама проиграла. А Настя молодец, молодец, молодец. Давай еще раз сначала. А ну давай. Одновременно. Ой-ой. Потихоньку, потихоньку. Тихонько, Настюш, чтоб не упала. Ай-яй. А кто выиграет в этой дуэли? Настя, потихоньку, потихоньку. О, Настя, давай, давай, давай. Настя, 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 Настя победила. Молодец. А вот мама. Правильно. Там, смотри, на дне вон камушки, их нужно поймать, эти рыбки. Или эти улитки. Класс. Да, это типа оно так перекатывается вот так. Шибушишь, и кто быстрее дойдет до сыра. Ты мышь? Типа здесь старт, здесь финиш. Отсюда. Типа.
еще таешь, и она двигается. А, нужно в таком порядке именно, смотри. Нужно первый черный мячик сюда загнать. Да, и так по порядку. Интересные игрушки. Оп, о, черный пошел, хорошо. О, мама, молодец. Красный загнать туда. Хочешь попробовать? Да. Следующий красный должен. Встань тут. Или там. О, молодец. Молодец. Как легко для Насти. Нет, неправильно чуть-чуть. Сейчас один уберем. Беленький. Оп. Ура! Давай опять. Нужно сбить. А ну, мама. Чу, не попала. На, бронебойный. Фу, попала. Иди запускай. Молодец! Две сбила. Попали человечки. Баланс сделать. Поставил? Опа, упали, вот. Да? Опа, а ну пробуй. Сможешь квадратик сложить? Ой-ой, что-то не так. Настя уже забыла, как доску Сегана складывать. Что-то не хватает. Все равно даже видно, что не хватает одной. Все хватает. Многие говорят, что это невозможно. Смушка летит и в пауку попадает. Mira, в паутину. Esta, tienes que poner aquí, y antes de que baje, tienes que poner aquí estos. Какую муху скушаем? Никакую. Какую муху скушаем? Вот это съел. Что примечательного в Carrefour, смотрите, лобстер 14,75 за 350 грамм. В Маркадоне за 450 такая цена была. Мы в поисках арбуза. Прошлый был очень вкусный, поэтому мы зашли в Carrefour. В Carrefour его не оказалось. И мы идем вот туда, во фрутерию. Посмотрим, там он должен быть. В Carrefour он стоил 0,70 с чем-то евроцентов. Поэтому их разобрали, скорее всего. Посмотрим, какие цены будут здесь. Если они тут вообще будут, эти арбузы. В принципе, хорошие цены были в фрутерии. Она находится сразу возле станции поездов. Отсюда мы, кстати, ездили в торговый центр большой. Если помните. Вот и она, фрутерия. Мам, да, возьмем, здесь он. Мама говорит, 0,99. Да, так есть от 800, 800 даже. Есть там. Здесь неплохой выбор. Всего. Давай, бери целое. Тоже вроде без косточек красивый. Да, просто ну, это немножко не гигиенично, когда неизвестно, да, как они трогали его. Поедем. Арбузик. Прекрасно. Мы нашли и арбуз, мы нашли, Олечка купила еще и черешню, и тыкву. Все это вышло на 10 евро. В принципе, нормальная цена. Арбузы, тыква 8. Плюс 2,33 вышла черешня. Должна быть вкусная, кстати. Арбузик поместился в коляску, да, Дианка? Дианка будет сторожить. Ну что, проверим ключик. Все равно. Такая же фигня. Ничего не сделал. Снова придется нам к нему ехать. Это какой-то звездец. Первая пицца готова. Вторая пицца. Сколько ты ее запекала? 15 минут. Все, Дианка, идем. Идем с падки, да? Что такое? Идем, идем, давай, давай. Что? Не закончила кушать. Ты еще кушать хочешь? Так происходит. Покормили первое и второе, плюс еще и хлебец, дай маму. Да? Ты это солнышко. Хочешь? Да?
Ну так смешно всегда. Только все встаем. Нет, еще. Хочу кушать. Да, ты молодец. Хорошо кушаешь, котик. А еще на арбузик, пицца. Очень даже классно. Ну что, будем допивать это вино. Ну, пицца такая. Ну, это чисто домашнее, как мы делали в Киеве. Ну, поужинать в самый раз. Смотрите, вот эти взяли оливки. У меня они очень соленые. Как-то не те с косточками. Надо, наверное, брать большие без косточек. Мы как-то взяли... Большие с косточками, я люблю. А, и большие с косточками тоже они классно. Ну, именно эта фирма. Ну, это фирма. Да, не берите. Это Маркедоновская Хасендана. Не очень. Да, да, вполне уже готово. Жаль, мы из дома крутилку не взяли, которую резать удобно. Ножом как-то не сильно удобно резать. Ну что, может, здесь обживемся еще. А вот и он, сэр арбуз. На арбузе было сердечко. Настя ее наклеила, сердечко. На. Из-под ананасов банку. Сардия фэшн. Оригинально. Угадал. Четко линия пересеклась. Смотрите. Прекрасный арбуз. Просто вау. Замечательнейший арбуз. Ну да, то есть одну оставим, одну съедим. Выгонять. Ты с дольками хочешь или вырезать дольки? Лучше вырезать. Что будешь, белое или красное? А, мы про этот Гринтвейн говорили, да? Да, мы говорили. И с Андреем. Про кого угодно. Я сделаю и кусочками, и просто. Реально очень сладкий. Хороший арбузик. Арбузы здесь очень вкусные. Из того, что я вспоминаю, мы такие сладкие только на Кипре ели. В Киеве что-то не особо было по сладости.